Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, раньше Ольга Клейнард достаточно регулярно проводила утренние кофе, но последние 4 месяца что-то она перестала это делать. Последний кофе она проводила аж в марте месяце. Ну, наверное, просто некогда, потому что Ольга Анатольевна занимается продвижением компании FinStudio и на великую компанию Questra, ну, просто времени не остается. И недавно в Москве прошла конференция, посвященная компании Leonora и Five Wings Asset Management. И на этой конференции Ольга Клейнард нашла все-таки время сказать несколько слов. Давайте послушаем. Астане, если вы помните, тоже тогда потом мы разговаривали. Они сказали, что для того, чтобы пустить на рынок Казахстана представительство, они просили определенную сумму, ну, скажем, да, взятку. И тогда Андрей Андреевич сказал, мы взяток не даем. Мы работаем, не нарушая ни одного пункта законодательства ни одной страны. И мы не даем взятки, потому что это не наши деньги, это деньги инвесторов. Как мы за них отчитаемся? То есть вы понимаете, поэтому сегодня в нашем мире современном, да, в нашем сложном мире, трудно иногда пройти все инстанции, получить вовремя все документы для получения там какого-то статуса, лицензии, еще чего-то, не давая взяток. Вы все это знаете, да? Инвесторы из Казахстана, но сейчас-то вам, надеюсь, понятно, почему вы больше года уже выплат не получаете. Так все очень просто. Когда компания год назад собиралась открыть представительство в Казахстане, то ваши коррумпированные власти захотели получить взятку. А Андрей Андреевич Абакумов, кристальной честности человек, который в жизни и чужой копейки ни у кого не взял, он не захотел идти на такую сделку. И подумал, а зачем платить взятку, если можно вообще никому не платить и лучше оставить бабки у себя. Вы, конечно, можете сказать, ну с Казахстаном понятно, а в других-то странах что? Там почему выплат нет? В Германии, в Швейцарии, в Австрии тоже что ли коррупция? Представьте себе, Ольга Анатольевна же объяснила, в какое время мы живем. Коррупция кругом. А кристальной честности руководства компании Questra не может идти на сделку с совестью. И оно предпочитает не платить никаких взяток и просто оставить бабки у себя. Но, тем не менее, компания совсем справляется. Вот видите, компания совсем справляется. А вы все заладили. Вывода нет, вывода нет. Не все в жизни меряется деньгами. Мы с вами видим, что, кстати, в нашем чате, если кто-то есть в нашем лидерском чате, были выложены документы, отчеты работы менеджеров за 2013 год. Видели, да? То есть компании столько лет на рынке, и вы думаете, что сейчас, вот Кира сказала, 46 стран, так я знаю информацию другую от господина Мухина. 46 стран это Европа и СНГ, а еще 40 стран это Америка и Азия. Так вот, 86 стран, которые входят в нашу корпорацию, но не позволят никогда, чтобы просто так все закрылось. Понятно вам? 86 стран не позволят Questra просто так закрыться. А вот если не просто так, а с большим шумом, то, наверное, позволят. Вы же понимаете. Но не для этого мы с вами здесь находимся. И я вас всех хочу поздравить с тем, что мы все с вами на правильном пути, мы в правильной компании. Мы с вами на правильном пути, говорит Ольга Анатольевна. И на своей странице ВКонтакте она показывает этот правильный путь. Путь в компанию FinStudio. Я вас всех поздравляю с тем, что вас ждет прекрасное будущее, что у вас все получится, и вы будете радоваться сами, радовать своих близких, друзей, знакомых, и вам никогда не будет стыдно за то, что вы кому-то порекомендовали быть здесь с нами. Я вас еще раз всех поздравляю с этим замечательным мероприятием, по которому мы жутко соскучились. И я думаю, что теперь мы сами будем организовывать, да, мы же теперь знаем, как мы знаем, как это делать вообще. И сегодня, я думаю, что в каждом городе вы сами для своих друзей, для своих партнеров можете организовать вот такие мини-конференции. Я вас всех поздравляю, я вам всем желаю дождаться, например, того счастливого дня, когда вы утром просыпаетесь, а где-то либо в чате, либо открыв компьютер, вы видите, есть кнопка вывода. Да, это самый основной такой момент. Кнопка вывода. Народ уже даже забыл за год, как она выглядит. Хорошая шутка. Вас благодарю. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы делаете. Всем хорошего дня.
Верной дорогой идете, товарищи. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.